Здравствуйте, с вами Светлана, и сегодня мы с вами пройдемся по отделам магазина Leroy Merlin. В этом магазине есть товары для ремонта, строительства, интерьера и сада. Ну и, конечно же, в каждом отделе мне что-то нужно. Ну, пройдемте. Давайте посмотрим вот такие замечательные антуриумы. Вы посмотрите, какая красота. Красные, зеленовато-красные, просто зеленые. Цена 941, 674, 1048, 250, ну и так далее. В зависимости от цветет или не цветет и от роста. Вот такая вот пальмочка замечательно стоит 1346. Красавица. А лимонное дерево 3557. Вот с такими лимончиками. Но не все цветут. Вот этот уже отцвел, допустим. Также вот такие вот классные, просто классные цветы. Розы есть по 392 рубля. Я думаю, это астра, наверное, да? Ну, вы меня поправите. По 326 рублей. Также здесь есть наикрасивейшие, наисвежейшие, замечательные орхидеи. Вот даже вот маленькая такая орхидейка есть. Я думаю, это, наверное, мини. Написано, что это фаленопсис, 398 рублей. Но такие же цены, как и в светофоре. Такая вот белая, красивая. Но мне нравится вот такая, у меня такая уже есть. Идет один ствол и несколько цветоносов. Миленькая такая. Вот почему-то я заметила, что у мелких, у них много ответвлений всяких разных. Ну, я думаю, по горшочкам сильно ходить не будем. Так, немного вам покажу, какие есть здесь. Кашпо камни. 167. Пластик. А похож на керамический. В белом, в черном и в моем любимом пудро-розовом. Красивый. Также есть кашпо горшок для орхидей. 58 рублей всего-навсего. Также кронштейны для того, чтобы повесить. Кронштейн стоит 76 рублей. Две штуки уже в наборе идет. Также вот такие вот горшки для орхидей. Вот такой вот классный горшок. Пластиковые фиджи. 287. Это все пока пластик. 458. И очень похож на плетеные. Тоже пластик. Вот уже керамика. Такой керамический стоит 482 рубля. Тяжелый. Цвета различные. Даже смотрите. Что-то инопланетное. 578 рублей. Уже с, ну, с, как он называется, с поддоном. Также керамические под камни. Голубые, бирюзовые. А мне еще понравились вот такие вот, девочки, горшки. Цену не вижу на них. Что-то, знаете, как античное. А, есть.
725. Очень красивый. В таком горшке, мне кажется, будет любой цветок смотреться хорошо. Затем керамический горшок Дарья, 454 рубля. Вот такой вот. А также, смотрите, вот Олимпия, кстати, называется, 234 рубля. Белый. Но он не белый, он больше такой кремовый. Давайте пройдем, посмотрим скакуленты. Такие маленькие, но уже цветущие. 158 рублей. Затем вот такие вот. Все названия я не буду называть. Розы. В маленьких горшочках. Потом их можно пересадить в большой горшок, и будет очень даже симпатично, если выживут. Вот такие вот маленькие, 273 рубля, антуриум. Посмотрите, какой незатейливый цветочек. Фикус, 1790. Красавец. Также, кто любит фиалки. Фиалки различные, девочки, возможно, даже мальчики. Я очень люблю фиалки, а вот смотрите, она даже махровая. Орхидеи. А вот смотрите, какая малышка. 268 рублей. Ну, конечно, для такой малышки это дорого. Красула. Не буду вытаскивать его. 281 рубль. Затем каменный цветок. Посмотрите, какой он маленький. Кактусы. А также герань. Посмотрите, какая герань. Я очень в последнее время люблю герань. Вот такая вот лососевая, красивая. Также белые. Белые-белые орхидеи, маленькие. 371. Корни хорошие, но очень уж маленькие. Много белых. 463 рубля. Вот такой цветок. Я не помню, как он называется. Но у него практически листьев нет. Ну, вот есть вот такие вот маленькие, прям их мало. Но красивый цветок. Цвета различные. Колор просто прелестный. От бордовых до нежно-розовых. Оранжевые, розовые. Каланхоя. $323 рубля. Такой красивый. Ухаживает, правда, не знаю, как за ним. А меня тянет опять к орхидеям, девочки. 398. Посмотрите, какая красота. Так, вот эти вот стоят 528. Вот как называется, спросите, я не помню. Просто как бабочки. В пятнышку. Такой красивый. Прям, я не знаю, наверное, сегодня какой-нибудь куплю. Очень нравятся крупные белые. Нравятся также вот эти вот, посмотрите, какие миленькие, миленькие. Очень много цветов. Еще раз повторюсь, в Леруа Мерлен.
Также есть уже фаленопсисы, которые отцвели, но не уценяют. 398 без цвета, но еще дороговатые они. Здесь за ними так хорошо ухаживают. Посмотрите, какой цветок. Я что-то раньше такое не замечала. Пробегала мимо и не видела. Крокус, по-моему. Крокус, нет? Не помню, как называется. Был такой и пропал. Монстера. Но монстера маленькая такая еще. А вот и крашеные фаленопсисы. Синий цвет. В следующий раз они зацветают обычным белым цветом. Шифлера. Цену на шифлеру я не вижу. Фикусы. 386 рублей. Очень красивый фикус. Вот как ничего не купишь. Купишь обязательно. Вот такой цветок у меня есть. Он очень хорошо отводками размножается. 258. Ну, я ее называю борода. Любит очень такой влажный воздух. Так, хлорофитум у меня на даче. Немножко отживил. В квартире ему жарко было. Плющ. Плющ почему-то у меня не живет. Не знаю почему, но не нравится его у меня. Георгина это, по-моему, если не ошибаюсь. Купила я вот такие вот ножницы в фикс-прайсе. Свое дело знают и делают очень хорошо. Здесь такие стоят 455 и 655. Также здесь есть галоши. Отдел сад-огород же. Есть с утеплителем, а есть просто вот такие вот лысенькие. Цена 146. А посмотрите, какая красота герберы. Герберы есть красные, желтые, оранжевые. Оранжевые, светлые и темные. А какие опять фаленопсисы. Ой, красота. Цена допустимая. А вот посмотрите, какая прелесть. Я не знаю, как они называются. Глоксиния, по-моему. 273 рубля. У меня такие были. Сейчас нету. Бордовые с белым. Бордовые с сиреневым. Бордовые с красным. Ну и также герберы. А также посмотрите, какие розочки красивые. Нежные, маленькие. Только я не знаю, будут ли они жить, но красивые.